Жизнь многих бангкокцев тесно связана с каналами, коих здесь великое множество. Еще одной особенностью Бангкока есть тучи кабелей, которые навешаны на столбы. В Бангкоке великое множество техники, и пешком почти никто не ходит. По всему городу разбросано великое множество буддийских храмов. А поезда Бангкока напоминают наши. Все это многочисленные магазины, которые к вечеру просто закрыты. А это мототакси. На них очень классно ездить в часы пик, так как они смогут объехать множество пробок. А на этой улице какой-то праздник. А так выглядит спальный район Бангкока в окружении многочисленных небоскребов. Самое бедное население Бангкока живет в так называемых отстойниках канала. Ну а это река Чуапрая, главная артерия Бангкока. С моста имени Рамы VIII очень хорошо видна новая часть Бангкока с ее огромными небоскребами. Сюда хорошо приходить вечером, когда все эти небоскребы сияют разными огоньками. Так выглядит водное такси Бангкока. Закат на мосту имени Рамы VIII.
Вот такие автобусы представляют собой бюджетный вариант передвижения по Бангкоку. Вид на реку из-под моста. Знаменитый храм утренней зари. А это ночной цветочный рынок. А это район Королевского дворца.